Короткая схватка и победа в кармане. Самарчанка Алсу Галуза уложила соперницу на татами за считанные секунды. В спорте она уже четвертый год. Говорит, выигрывать помогает невероятное упорство. В человеке воспитывается сила духа, сила воли. Если у тебя травма, ты держишься, дальше борешься. А вот для Леонида Поморцева самое главное – сконцентрироваться. Чтобы выиграть схватку, говорит спортсмен, недостаточно хорошей физической формы. Важно настроиться на победу. Любой единоборство дает терпение, мужество. И поэтому я думаю, что люди становятся крепкими и по жизни идут как бы легче. Всего на первенство Самарской области съехались около 200 спортсменов со всех уголков губернии в возрасте до 15 лет. Победителей определят в личных и командных соревнованиях. На этот раз, говорят судьи, подготовка ребят и техника борьбы лучше, чем в предыдущие годы. Главный и самый желанный приз для победителей – попасть в сборную Самарской области по дзюдо и защитить честь региона на первенстве Приволжского федерального округа, которое пройдет в середине февраля в Уфе. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.